заметить, что происходит с другим, и предложить помощь. Вот это уже эмоциональный интеллект. Но мы же обычно собой увлечены. То есть мы считаем, что то, что нам нужно, это самое важное. Если у лидера есть эмоциональный интеллект, то финансовые результаты у компании на 20% лучше. В нашей культуре проявление эмоций означает слабость.